Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня будем смотреть и проверять телефончик W508. Получал я его с аукциона в белом цвете. Вот такая красивая моделька с родным аккумулятором. Давайте смотреть, проверять. Телефоны Sony Ericsson я сильно не знаю, поэтому будем учиться и смотреть вместе с вами. Первое, давайте посмотрим подсветку. Подсветка присутствует полноразмерная. Дальше. Заходим в папочку меню. Первое. Это у нас проигрывание музыки с интернета. Второе. У нас есть выход в интернет. Так как на карточке нулевой баланс, выйти мы с вами не можем. Далее. Entertainment. Что у нас есть? Есть. Инфоторазваки. Смотрите, русского языка нету, но русский шрифт и украинский телефон поддерживает. Так, дальше. Tracking ID. Это, по-моему, поиск музыки в интернете. По-моему, так, если я не прав, то поправьте меня. Так, сейчас, ребят, дайте на виду резкость. Дальше. Location Service. Не знаю, что это такое. И папочка Games. Здесь у нас очень много игр, но смотрю, или его использовали в Японии, потому что много на японских иероглифах. Смотрите, записано. Ну, давайте. Я пробовал их включить. Они не включаются, только через интернет. Давайте посмотрим вот эти, которые уже загружены в сам телефон. И, по идее, должны работать. Очень яркий такой сочный дисплейчик. Давайте смотреть. Здесь у нас есть. Как нажать, я не знаю. Ну, окей. Короче. Давайте посмотрим следующую. FMX. Это, по идее, гонки какие-то. Да, это мотоцикл. Так. Ну, вот так он едет. Так. Дальше. Следующая, это вот игра гитара. Такая музыкальная прикольная игруха. Но не знаю, чтобы меня из-за нее не забанили, если честно. Сейчас она подгрузится. Так. Вот, New Game. Такая ритмичная. Получается, телефон серебристый. Телефон мой, который записывает постоянно, теряет фокус. Не знаю, почему происходит именно на таких на зеркальных... Ребят, правда, не знаю, как играть, поэтому смотрите. Короче, он меня уже оборали, поэтому выходим с этих игр. Их здесь очень много, поэтому, если будет на карточке интернет, все эти игры будут работать у вас в телефоне. Далее, у нас есть видеоредактор, прямо встроен. У нас есть фоторедактор, музыкальный редактор. Дальше по Bluetooth передача, запись голоса и есть демо-тур по данному телефону, смотрите. Thank you.
Вот такой демо-ролик от компании Sony Ericsson на данную модельку. И он прошит не удален. Далее. Медиа. Что у нас есть? У нас есть музыка, фото, видео. Видео, которое я вам показывал вот сейчас. Их тут 5 штук. Дальше еще дополнительная папка вынесена игры, те, которые я вам опять же показывал. Не знаю, для чего они сделали дублирование и настройка телефона. Далее. У нас есть Walkman. Надо вставить карточку. Но, увы, карточки у меня нету. И вот видите, медиафайл not found. Скорее всего, метки стоят в телефоне, а самой карты нет. И у меня даже Nokia есть, а вот именно Sony Ericsson у меня, увы, нет. Поэтому проверить плеер не получится. Далее, книга контактов. Здесь занесены имена. Далее, у нас есть радио. Радио настраивается, подключается к данному порту наушники через переходник или как. Сейчас они есть. Давайте проверим видеокамеру. Для этого возьмем какой-нибудь объект. Выберем его. Берем наш телефон. Наводим. И делаем take picture. Написано take picture, получить картинку. Пожалуйста, картинка у нас записывается. Мыльница не замыленная, поэтому фотки получаются довольно хорошие. Кому мы звонили? Далее, органайзер. Что у нас есть? Файл менеджер, камера, альбом, музыка, картинки, видео, темы, веб-страницы, игры. Дальше есть у нас будильники. Далее, application. Эти приложения, которые загружены, да, в телефон. И YouTube есть, и Walkman, Walkmate, чтобы слушать музыку. MusicMate, короче, этот плеер. Далее, видеозвонки можно осуществлять. Осуществляется через лицевую камеру. Сейчас я отойду, вот она, видите? Вот она есть у нас. Так, камера off. Так, back. Есть у нас календарь, есть у нас блокнот заметки, просто блокнот, синхронизация с компьютером, таймер, часы, есть у нас калькулятор, далее, и есть код мемо, я не знаю, что это такое, это за графа, если кто-то из ребят знает, напишите мне, пожалуйста. Далее, по настройкам, погнали, General, профили, выбираем Outdoor, самый громкий, далее, Outdoor можно настроить. Можно установить дату и время. Время сейчас у нас 22 часа 05 минут. Запишем. Так, дата 14. Ой. 20:21:04:14. Сейф. Записали. Все. Дальше. Язык, увы, у нас нет русского. Но ребята в ателье могут прошить. Я просто с этими телефонами не сталкивался, поэтому даже неохота лезть, чтобы не сделать из него кирпич. Далее, настройка звука стоит на самой громкой. Рингтон стоит мой самый любимый. Динамик шарашит, я балдею. Первый раз слышу, чтобы реально телефон так классно играл, ребята. Очень много мелодий. Так, далее. Не знаю, какие, чтоб не забанили, поэтому даже боюсь включать. Очень много мелодий и звуки классные. И вот здесь все настраивается. Громкость клавиатуры, на сообщения, вибрацию включить, отключить. Далее, по дисплею. Картинки можно выбрать из папки фото. И можно просто выбрать из картинки picture. Вот такие вот, можно посмотреть их. Их очень, кстати, много, около, по-моему, 13 штук. Очень яркие, красивые. Данная у меня стоит картинка из темы. Но смотрите, ребят, дисплей и такой яркий, сочный. Ну, бомбезно, не знаю. Мне очень нравится. Это анимированные. Это на любителя. Ну, не знаю, мне, например, где она? Не понял. Где-то была тема, или я ее сам себе придумал. Ну, короче, тем очень много.
Так, далее calls, звонки, конвертация, user help, помощь для пользователей. Так, вроде это рассказал, это показал. Давайте теперь позвоним. Так. Ага, make видео, а как позвонить? Просто трубка. Так, давайте сейчас сделаем громкость. В данном меню нет возможности соединиться с оператором. Акции, бонусы и скидки только для вас. Короче, работает отлично. Громкость в ухе, громкость это. Микрофон я проверял, звонил, все работает. Так что смотрите, ребятки, вот такой сегодня телефончик я буду выставлять на продажу. Если он вам понравился, можете приобретать комплект, который я получал, телефон и оригинальная аккумуляторная батарея. Она вон, смотрите, работает, все отлично. The may be new software update, но мы апдейт не будем обновлять телефон. Кстати, видите, он вспомнил, что ему надо обновиться, потому что в свое время можно было обновиться даже через интернет. Все, ребятки, всем спасибо, всем пока. Вот такой сегодня телефончик я показал. Фотографии будут в конце видео. Всем пока-пока.